Приветствую на нашем стенде. Мы компания Leroy. Основная наша специализация – это производство сумок, чехлов для охоты и рыбалки. Это наша уже четвертая выставка. Мы на ней презентуем как новинки, которые мы разработали в течение года, которые разработали буквально неделю назад, успели пошить, привезти. Так и показываем наши старые модели, но доработанные, усовершенствованные. Сейчас вам подробнее расскажу, какие именно новинки мы привезли, для чего они, чем отличаются, что в них интересного. Начнем с серии сумок Leroy Accessory Bag. Значит, самая маленькая сумка в серии D3. Это сумка преимущественно для поплавочной, для фидерной рыбалки. Она, значит, на две полочки. То есть верхний отдел общий. Здесь обычно хранятся лески, там, поводочница. И вверху также лески, какой-то инструмент. Идем внизу. Значит, здесь общий отдел с двумя перегородками. Перегородки смещаются, ставятся в удобное место. То есть настраивайте под себя, под свои снасти, коробки. Здесь какие-то коробки, весы можно хранить. Фидерные кормушки, флет кормушки. Вот вверху также карман на сетке. Вот. Ручка для переноски вот этой сумки. D4. Она отличается тем, что здесь ремень удобный для переноски. То есть он регулируется, удобно его переносить на плече, как для ходовой рыбалки, так и просто от машины до места ловли. Значит, здесь тоже верхний отдел общий. Но в крышке, значит, здесь такие хлястики, которые не дают крышке откидываться назад. И в крышке три отдела. Это для крючков, для вертлюжков, карабинов. То есть все перед вами, вы на рыбалке сидите и видите все, что вам нужно. Ниже карман для мелочей. Слева такие вот кармашки для инструмента, то есть которые можно ставить и легко достать. И один небольшой кармашек. Нижний отдел здесь повыше, чем в сумке D3, то есть тут можно перевозить уже небольшие катушки, до 4000 где-то. И три перегородки тоже настраивайте под себя. Здесь карман на молнии. Вот. Идем дальше. Сумка D5, самая большая в этой серии. Нижний отдел, тут 4 перегородки. Они ставятся как вертикально, так можно и горизонтально их поставить, они соединяются одна в одну. То есть, опять же, вы настраиваете именно под свои снасти, так как вам удобно. Вверху большой карман на сетке. И что мы доработали в этой серии? То есть, раньше мы ставили здесь черную ткань, сейчас перешли на оранжевую. Для чего это? Потому что снасти, кормушки, они черные. И даже днем бывает сложно найти нужную тебе вещь. То есть, а тут четко видно, вы сложили и видите, что у вас где находится. Верхний отдел. Здесь еще больше карманов наверху. 4 кармана для мелочей. Такой же карман здесь, здесь инструмент. Общее отделение. Сюда уже поместится большая поводочница, весь комплект лесок. То есть его удобно использовать именно для поводков. То есть крючки, лески, поводочница, все вместе. Дальше, серия сумок Tackle Bag. Это более простая серия сумок, при этом с очень хорошей ценой. Тут тоже принцип стоячей крышки. Вверху силиконовые большие кармашки для каких-то крючков, там, вертлюжков. Внизу 4 отдела. Перегородки в них съемные. Тоже настраивайте отделы под себя. Хотите, делайте меньше, больше. Здесь уже можно хранить катушки. То есть можно 2 небольшие катушки, можно одну побольше, вторую поменьше хранить. Можно настроить 4 отдела под груза, маркера, там, фидерные пластиковые, фидерные металлические кормушки. Следующая сумка побольше. Tackle Bag 5. Три кармашка силиконовых, карман для инструмента. И здесь получается одна длинная перегородка, три маленьких, тоже настраивайте под себя.
так, как вам удобно. И вот мы производим также и большие сумки. То есть, когда вы идете на рыбалку, в любом случае это нужно куда-то или в рюкзак положить, или большую сумку. Поэтому у нас есть модели вот такие вот. Это сумка Feeder Accessory Bag, есть Carp Accessory Bag. То есть там большой отдел в ней, куда эти все сумки, мелочи можно сложить. Мягкий плечевой ремень. Отдельно хотел бы остановиться еще на сумках для катушек. Значит, они есть разные, есть более бюджетные серии, простые. Есть красивые сумки вот для одной катушки, для небольшой, для большой, для двух катушек. Значит, также выпускаем для четырех катушек, вот повыше она. Для шести, для девяти катушек и даже для десяти катушек у нас есть. Сейчас также у нас рыбаки просят, попросили сделать, мы сделали и очень быстро покупают, часто у нас заказывают вот такие вот чехольчики для катушек. То есть для того, чтобы она не царапалась, он из флиса, из мягкого флиса сделаны, разных размеров есть и очень удобные затяжки. То есть вы катушку положили, затянули, все, она у вас там в сохранности лежит. Нужна она вам, открыли, достали катушку. Достали катушку, ловим. По охоте, значит, мы выпускаем несколько моделей чехлов для ружей, как в разных длинах, с оптикой, без оптики. Более есть бюджетный сегмент, есть, скажем так, элитный сегмент. Значит, на выставке мы взяли несколько моделей чехлов. То есть вот такой для складного ружья. Классические модели. Это чехол Leroy Elite 130 сантиметров. Есть они в оливковом цвете, есть в черном цвете. Вот чехол для ружья 1 метр Leroy Elite черного цвета. И топовая серия — это чехлы Leroy Protect в цвете мультикам. Они очень прочные, мягкие, то есть там двойная защита. Это изолон 8-миллиметровый химического производства, он гораздо плотнее, чем обычный изолон. И еще сантиметровый слой поролона. Поэтому здесь это именно для дорогих, для классных ружей, вот нужно их хранить в таких чехлах. И жилеты для охоты, для рыбалки у нас представлены. Значит, вот такой классический жилет. Для патронов здесь, значит, фиксируется здесь он на кнопке, на молнии расстегивается. Внизу также стяжка. Вверху карманы есть, значит, сзади большой карман. Жилет спиннингиста, именно для ходовой спиннинговой рыбалки, вот такая модель есть. Удобный, он дышащий, много карманов, много различных мест, чтобы инструмент закрепить и так далее. И для охотника вот еще две модели. Вот такой жилет. И вот аналогичный первому жилет, только из другого материала. Из более теплого, с флисом. Вот. И последняя новинка, буквально пару месяцев назад мы разработали, это мягкие флисовые чехлы для ружей. Разной длины они изготавливаются, в оливковом и черном цвете. То есть в чем удобство, вы ружье на охоте достали, чехол сложили, положили в карман, и вам ничего не мешает. То есть самая главная новинка для нас в 2019 году, это то, что мы... с этого года мы даем гарантию на все наши товары 1 год. То есть мы полностью уверены в качестве, мы сами производим, мы контролируем материалы, сырье, которое закупаем, фурнитуру контролируем, процесс производства проверяем и заканчиваем тем, что перед отправкой клиенту мы опять же проверяем весь товар и отправляем. Поэтому если в течение года с вашим товаром что-то произошло, у вас оторвалась молния, тесьма, мы его забираем или ремонтируем, или присылаем новый, или возвращаем деньги. Вот.
Вот это все вкратце, наверное, я пробежался по тому, что у нас есть. Мы постоянно работаем над расширением ассортимента, будут еще новинки. Ну, а в целом это все.